погода, вообще холодно, жарко, нас как бы это не трогает. Мы ведем такой же образ жизни, как ведут на обычные люди. Мы ходим также с друзьями, тусуемся, ходим в кино, ходим, я не знаю, в театры. Здесь к нам в Москве тоже не подходит. Мало, да, очень. Очень мало подходит, потому что дело в том, что в Москве очень много звезд и артистов, и актеров тусуются в разных местах. Я ее очень уважаю, ее не то, что творчество, мне нравится, как она работает. Я как бы к ее музыке мне никакого отношения нет. Мне не нравятся ее песни, мне не нравится она внешность. Но как она работает, действительно, она просто Мадонна, вот реально. На сцене она делает сумасшедшее шоу, и вот эти все танцы на крестах, это молодец. Идея, конечно, очень креативная, очень не глупая женщина, это точно. Я не могу сказать, что против, я не могу сказать, что за. Вот как-то спокойно. Мы существуем, собственно, для этих людей. Они хотят нас видеть живыми, не просто так вот на... получить наши автографы, да, по телевизору. Они хотят нас видеть именно вот так, они имеют на это полное право. Знаете, сложно сказать. И трэш, я думаю, что-то такое в плане там рваного, кривого, такого, но в то же время больше в классику. То есть не совсем такое вот. Нет такого определенного предпочтения, что мне вот нравится. У разных фирм все разное. Я люблю все время, как у меня гардероб большой, и не знаю, сколько пар джинс, обуви, много на самом деле всего. Я люблю просто это сама, как бы для меня это для самой. Я обожаю в одежде, я обожаю сама все сочетать, подбирать, как вот это вот. Я думаю, что там политика и деньги. Начиная от Стинга, заканчивая там всякими, ну не знаю, Дэвид Гетта, там все то, что вы, Келли Клаксон, там, ну все, что вы слушаете, то слушаем. Они современные люди, современные, при которых мы можем сидеть, тусоваться, ругаться, пить, я не знаю, курить, все что угодно, они нас всегда поддерживают. Жизнь, она одна. Друзья, те, кто были с нами, те, кто действительно настоящие друзья, они остались. А те, кто, знаете, вот левые люди приходят, ходят там или общаются, как популярность, таких видно. Не, я не живу мечтами, я живу реальностью. Не загадываю, не планирую, нет мечты. Мечтаю. Мобильный телефон. Читать. СМСки, звонки, это как бы не, просто если его не будет, я, наверное, мне кажется, умру. Есть все. Она знает меру, она знает, она не плаксивый ребенок вообще, она не капризная вообще. Но она при этом устраивает всех. Все, что ей надо, то она и будет делать. Звездная болезнь только у тех людей, которые слабые, которые проявляют свой комплекс. Вот все те люди, которые в самодостатке, которые в себе уверены, которые действительно популярны, которые действительно звезды, они никогда об этом умотать не надо, они и так об этом знают. Don't be nice, I know I let you down. Don't be nice till the end. I never needed a friend like I do.